Бюджет израильского парламента превысит 1 миллиард шекелей. Существенная его часть пойдет на зарплаты депутатов. Общий расход на них с канцеляриями и помощниками составит 205 миллионов шекелей. Помимо этого, 290 миллионов шекелей выделят на строительство музея Кнессета в здании Бейт-Фруман, где израильский парламент заседал в первые годы, а также на дополнительное здание в комплексе Кнессета. Такое решение приняла специальная комиссия по бюджету во главе с депутатом Офером Кацом. Президент Кипра Никос Христодулидис в составе делегации, в которую вошли министры иностранных дел, энергетики, торговли и промышленности, посетил Израиль с официальным визитом и выразил поддержку еврейскому государству во время операции «Щит и стрела». Он выступил с заявлением, в котором осудил террористические атаки со стороны исламского джихада. Христодулидис встретился с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, а также посетил мемориал Холокоста Яд Вашем. Основной целью его визита стали вопросы укрепления двусторонних отношений и расширения сфер сотрудничества. Трое граждан Эфиопии, ожидавшие в городе Гондер воссоединения с членами семьи в Израиле, были убиты в результате перестрелки. Еще шестеро, в том числе как минимум один ребенок, получили ранения. Трагедия произошла в регионе Амхара, где силы специального назначения устроили беспорядки в знак протеста против решения правительства их распустить. Погибшие были членами общины Флашмура, предки которых евреи, насильственно обращенные в христианство в 19 веке. К ним относятся иначе, чем к эфиопским евреям. Флашмура разрешено стать израильтянами только в том случае, если у них есть родственники в стране в соответствии с постановлением правительства, отличающимся от закона о возвращении. Их эмиграция предусматривает последующий ортодоксальный гиюр.